Всем привет, с вами Светлана, и сегодня у меня вот такое вот необычное видео. Я всегда обычно стараюсь делать видео познавательные, чему-то сама учусь, о чем-то рассказываю. Но создалась такая ситуация, что я недавно прогуливалась и вот сорвала вот такие вот с деревьев плодики, или как их правильно назвать, ну там внутри семена. Но мне просто было интересно найти в интернете название, что это за дерево, или, возможно, большой кустарник. Я его не смогла сфотографировать. Думаю, что сфотографирую его ближе к лету, когда уже буду снова проходить мимо этого дерева, когда уже оно пустит листики. Это обычное деревцо было, голое, без листиков, невысокое, и на нем висели вот такие вот засохшие вот такие вот, будем называть их, плоды, семена, я не знаю, как их вот точно назвать, потому что я больше сильна в комнатных растениях, чем в садоводчестве. Но может кто-то зайдет посмотреть это видео из любителей огорода и сада, у кого много деревьев различных сейчас вот на усадьбе, на дачах, и поможет мне подсказать, что же это за дерево такое, его название, потому что, ну, я никак не могу найти ни фото, ни название. Подскажите, пожалуйста, здесь внутри очень много семян. Ну вот, я уже, которые начали выпадать, вот собрала семена. Они похожи, они вот, когда раскрывается, вот этот плодик, отсюда выпадают семена. Они уже сухенькие, высохли. И вот здесь их очень много. Я думаю, из них можно выращивать, вырастить что-то. Но вот только что, я не знаю. Поэтому прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, что это за дерево может быть. Семена у них так, у него так, такие, как у хвойных, очень похожие, вот когда шишку, например, разбираешь, вытряхиваешь, вот такие вот семена. Но дерево это, оно совершенно не похоже на хвойное, там хвои совсем нету. Вот тоже сколько семян. Жду ваших комментариев по поводу вот этих вот плодиков. Что это за дерево? Всем пока и до новых встреч на моем канале.